Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Программу обучения в автошколах снова хотят изменить. Количество часов практики останется тем же, а вот теоретический курс собираются заметно сократить. Вернее, часть материала предложат изучить кандидатам в водители самостоятельно. Более пристальное внимание будет уделено оформлению ДТП без вызова сотрудников ДПС. Кроме того, не исключено внедрение нового курса под названием «Культура вождения и этика водителей». Трасса 101. Разные размеры штрафов для разных регионов страны попахивает сепаратизмом и нарушением единого правового пространства, о котором часто любят упоминать власть имущие. Но именно об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. Да, по его мнению, в каждом субъекте должны быть свои ставки штрафов за нарушение ПДД в зависимости от уровня жизни. Как заметил глава региона, штраф в 1000 рублей в Москве вообще не воспринимается со столичными водителями как наказание. Трасса 101. Снова поднята тема распространения системы «Платон» на трассы регионального значения. Вопрос обсудит Российский союз промышленников и предпринимателей. Там пока придерживаются демократической точки зрения, мол, вводить или не вводить плату должны решать власти субъектов. Напомню, что взимать плату за проезд по федеральным трассам с грузовиков массой более 12 тонн начали в 2015 году. Сейчас тариф почти 2,5 рубля за километр. Трасса 101. В российской столице расширили функционал некоторых камер фиксации нарушений. Теперь они штрафуют водителей за невключенный днем ближний свет фар или неработающие дневные ходовые огни. Размер взыскания 500 рублей. Летом этого года сообщалось, что в ближайшее время такие камеры появятся в дюжине регионов. Кировской области в списке не значилось. Трасса 101. Правительство намеревается упростить получение 50% компенсации стоимости ОСАГО. Речь идет о людях с ограниченными возможностями. Сейчас половину стоимости автогражданки им возвращают в заявительном порядке. В будущем это будет делаться автоматически. Деньги поступят на карту. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.